Эта песня на чувашском звучать должна в исполнении ансамбля. Название «Нам надо жить дружно» как нельзя лучше передает атмосферу весеннего фестиваля. Там есть и некоторые слова про любовь. В общем, вот это значит «Весна и любовь» нас всех объединяет. Вокально-хореографический коллектив «Уяр», что значит «Ясный», в этом году отметит десятилетие. За это время стали как одна семья, рассказывают участники. Песня «Строить и дружно жить» помогает. А уж чувашская особенно. Народные тексты в основном о главных ценностях, о родителях и о любви. Поделиться своим талантом в Самару съехались коллективы со всей области. Непременный атрибут – национальные костюмы с яркими орнаментами. Подобные украшали одежду самарских чувашей и сотни лет назад. А сберечь традиции предков – одна из главных целей фестиваля. Только благодаря нашим болгаро-сувары-чувашским традициям народ сумел сохранить себя. Русские же каждый год проводят масленицу. Если бы они не проводили каждый год масленицу, ну так бы и не знали, кто, что, как. Также и сувар-болгар-чуваши каждый год проводят свои праздники. Это делается для того, чтобы чувашский народ не забыл свой язык. Такой красивый. Это нам предки наши оставили столько всего хорошего. Участие в фестивалях-конкурсах приняли взрослые и детские чувашские коллективы художественной самодеятельности и индивидуальные исполнители. Лауреатские места и отдельные дипломы присуждались по нескольким критериям. В их числе мастерство, артистизм, художественный и профессиональный уровень программы, оригинальность постановки, сценическая культура и костюм. К традициям прибавляются и современные веяния. На фестивале наградили победительницу конкурса «Чувашская девушка года». Но красавицу не короновали, а вручили ей чувашский народный костюм. Инициатива национально-культурных центров поддерживает целевая городская программа «Самара многонациональная». Все национальности имеют возможность получить поддержку на проведение мероприятий, которые содействуют сплочению народов, содействуют развитию языков, культуры и единению народов Самарской области. В этом году курс взяли на организацию многонациональных фестивалей, которые объединят все народы. Большие праздники запланировали ко Дню Победы, Дню Города и Дню народов Самарского края. Итоги совместной дружной работы собираются подвести на еще одном ярком фестивале в ноябре. Марина Кравцова, Максим Гусев, «События».